Ревизию священных мест проведут в Павлодарской области. В рамках проекта «Сакральная география Казахстана» группа ученых и историков отправится в экспедиции для сбора этнографических материалов. На сегодняшний день в карту сакральных мест Павлодарской области вошли 66 объектов. Они разделены на три категории. Первая – это объекты культового значения, древности и средневековья. Вторая – религиозного, более поздней эпохи. Третья – места, с которыми связана деятельность видных общественно-политических деятелей, писателей и поэтов. Мы планируем объехать всю область для того, чтобы определить состояние этих объектов, для того, чтобы провести, то есть, визуализацию этих объектов и собрать материал, этнографический материал на местах. Сакральные объекты Павлодарской области находятся в разном состоянии.